Итак, всем привет, зрителям Ютуба. Сегодня мы продолжаем игру под названием Fallen of the Lord. Вроде как-то так. Сегодня будет вторая серия этой игрушки. Первая мне, в принципе, как и понравилась. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сейчас, секунду, повыключаю тут на телефоне всякую ерунду, чтобы не приходило ничего. Как всегда, могут позвонить и все такое. Сейчас одну минутку. Что-то жена написала. Да где ж ты, елки-моталки? Ага, все. Так, что мы в первой части? В первой части прошли, получается, какой-то туннель, да? Обучающий, так сказать. Посмотрели, пообучались, а там мы завалили одного босса. Типа мини-босс. И поехали дальше. Так, отдохнуть, перемещение, улучшение персонажа. Сколько нам надо на улучшение персонажа? А? 33? А у меня 23. Десятки не хватает. А если... Сейчас, секунду. У нас здесь... Где? Вот здесь вот есть, да? Так, Ctrl. Неделю не играл. Сюда. Лек. Ой. Чё он так медленно дерется? Велден Ринг и то посимпатичнее было. Все, да? Все отлично. Эй. Да иди то я налево, давай. Чё так колбасит этот самый? Молоток, блин. Киянка ёпта. Так. Ловкость, ёпты. Конечно, ловкость. А, вот еще один момент такой интересный. Я не знаю, для чего это сделано, конечно. Ну, а shift это просто отскок, как бы. А, направление надо делать, да? Уже как-то я в это самое играл с кем-то, выделил. Не пойму. Бред какой-то. Ладно. Посмотрим, что оно будет. Так, вот тут мы сражались. Дядька с мечом. Навалял он мне. А, потом там еще трехглавый прилетел, да? Да, какой-то трехглавый змей был. Змей Горыныч. Что такое? Сдохло? Так быстро. Ага. А ну, убрали. Ага. И закрытый там, да, мост есть какой-то. Ладно. А куда тогда идти? Ага, о, дядька сидит. Тихо, бляха, это шо? Ой! Тихонько, бляха. Сейчас ёбнет. Вот это вообще не прикольно. Ты в курсе? Ух ты, сушвай. А ну-ка, где парирование, давай. Ну, давай. Блять, это не парирование. Давай парирование, ну. Хорош. Хорош. Короче, парирование тут не так, как в Elden Ring. Elden Ring. Я, в принципе, все буду с Elden Ring сравнивать. А, все, я понял, мотыльки. Мотыльки. А это мне надо перейти. Там дядька, да, какой-то? Ага. Так, назад тогда. Мне надо перейти в этот состояние эйфории. Ну, а, зажать надо. Так, он глаз появился. Так, как там? Вот так вот, да? Нет, не так. Вот так вот. Да, вот так. Все, годится. Я забыл для чего... Ой. Забыл для чего вот эти. А, это просто собирать из души, души типа, да? Вот, дядька, с тобой драться, да? Не. Ой, это ж ты меня спас, да? Чё?
I've defied the wills of Godson, if you know any kind. Ну ладно. О, о, о. Отдохну. А отсюда выйти так нельзя, да? Ага. Так, подожди. Если я двигаюсь, глаз видит меня. Тут глаз меня не видит. А там дальше не видит меня глаз. Видит. А если я медленно иду? Ну, я так понимаю, чисто в этой зоне, да, меня не видит глаз. А здесь меня глаз видит, да? Ну да, все понятно. Короче, похер, бегаешь ты, не бегаешь. Да? Да, похер. Ладно, нет так нет. А нет, и сюда нет. Это что у нас? Какая-то история. Нет, не то. А, надо выделить. Везде надо все выделить. Какой-то бой. Опа, давай. Выходи, ёпты эти. Порешаю сейчас. И ты выходи, я тоже порешаю. А туда... А, это... Нет, сюда мне нет смысла. Что здесь? Опа. Здорово. Тихо. Ах ты, сука. Морозина. Тихо. Можно как-то... Как-то можно... Ой, прозевал. А, не, попал. Успел. Ой-ой-ой. Стоять. Тут где-то еще один, да? Где-то еще. Ебать, что так много вам, да? А, прыгай. Тихонько, назад. Да не нервничай ты. Что такое? Еще что-то появилось? Да ёб твою мать, блядь, ты заебала. Да сука. Ну, ты представляешься, да? Тихонько, как-нибудь дернись. Она. Так, мне нужно это самое. Бляха, ну тут уж нет. Ну давай, ну что ты разочек его. Души. Мне надо этот переход обратно в нужный мир. О. Есть такое дело. Так, стрелы. Стрелы тут вообще на весь золото. Стрелы тратить нельзя. Вот это я точно помню. Так, тихонько идем. Да и... Блядь, вечно альт привык. Сука, не получилось. Да иди твою мать. Блин, ну это, конечно... Удар по щиту, что улетает этот самый. Жизнь. Ну это шабаба. Нет. Ну как-то. Так-то. Как сюда попасть? Шо она? Кто-то ходит. Ой, а себе, что это такое? Жизни понты. Так, я понял, еще... А, ёпты, нету, да? А где мои красные те самые? А, о, есть. Сюда. Я понял, что лучше... Да я переключись. Вот это покушать. Чем этот самый... использовать крест. Так как крест восстанавливается только тогда, когда ты отдохнешь. Не тогда, когда ты придешь. А если ты отдохнул раз... Не перепутать бы этот С. А если ты раз отдохнул, то все. Блин, сзади. Сука. Ты представляешь? Вот чё, что это такое? А двойной перекат? Ну это бред. Честно, какая цель выделил? Ну, блядь. Так прыгает вообще без проблем, пожалуйста, во все стороны. А когда цель выделена, он только на двойные перекаты. Ну, что попало? Блин, чего вас так много? Если я сделаю вот так вот.
Перекат. Перекат, перекат. Бля, перекат, сука. Тупая херня. Ах, не попал. Я не успел, ну ладно. Ой, оси, я могу. Схаваем, ладно. Хер с вами. Так, подожди. Тут же могут быть эти самые, да? Эти глаза, которые дают. Нету ни хера. Ладно. Так, вот тут меня козел выдал. Бляха, вечно альт нажимаем. Ну чё, сука, альт, ну ёпта, ну. Блин, как ты долго затягиваешь с уроном. Жизнь восстановилась, или не показалось? Что это? Мужик пушку потерял. И шо? Нихера не это. Чё ты, блин? Вообще все идти. Идти-то, да? Так, 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 тут двое. Ага, вон. Чувихин наверху. Тут, походу, придется в любом случае использовать лук. Сейчас, а ну-ка, подожди, прицелиться. Прицелиться. Мне надо туда попасть. Пу, тихонько. Вот вечно, бляха-муха. Если выделился, все, пипец. Так, тихонько, сейчас он бросит. Побежали, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ебать, какая ты, сука, меткая. Это просто что-то с чем-то. Сейчас, подожди, пусть он. Ты куда? Бля, как это называется, а? Я, сука, ладно, ладно. Бля, муха еще, сука, умная, да, нахуй? Получина. По щам. Умное говно. Так, что у нас здесь? Никого больше нету? О, еще один. Получатель по щам. Так, а ты долго загносишь, да? Ой, хорош. Ой, четко. Очпуительно. Где еще? Есть еще? Ага. О, у вас там двое? Че один? Так и не понял. Да ты шо? Молодица. Надеюсь, на контур ударе я не увидел. Этот самый... жизни уходят или нет? Ой, не то. Лампа. Лампа Аладдина. Оп, мое. Так, надо посмотри, надо посмотри. О, еще. А что это X1? А, их можно удваивать. Типа добычу, да? А что нам дает удвоение? Вот это удвоение дает? Уже ко мне маны. Постепенно восстанавливает некоторое количество маны. Маны. Маны, маны, маны. У некоторой части ее мира. Подожди. Инвентарь. Ага, это маленькие, это большие, да? А вот это что такое? Банк с порошком, дающий выносливость защиты. Повышает защиту. Истощение. Огонь. Воскрешенные останки и шо используется для перемещения камней. А, давай используем, понятно. Это что такое? Мешочек для различных боеприпасов, способность нанесения святого урона. А это восстанавливает выносливость. Угу. А это мана, типа, да? А мана это вот это нижнее, да? Под низом. Блин, все такое серое. Сейчас, секунду, подождите. А, давай вот это поменяем на вот это, да? Чисто попробуем. А ну. И шо? И шо оно мне останавливает?
Походу у меня еще нечего использовать, да? Ну это понятно, это череп, это ясен хрен, души. Так, это выносливость, это жизнь, да, все остальное. У меня пока есть мешочек с большими. А что, инвентарь использовать? А если... А, вот, мешочек использовал, и слева там что-то внизу под выносливостью, получается, увеличилось. А что это, идти вашу налево, вы мне можете сказать? Посраться, как бы прочитали хоть что-нибудь. Это что такое? Блин, в Elden Ring? Подключение панели. В Elden Ring было интересно тем, что ты как бы мог это самое, ну, навести до справка и почитать. Здесь такого нет, увы. К сожалению, разбирайся сам, называется. Ну и как вот это? Бляха. Да нахер мне уши краски. Ну, короче, я понял. А ну, если вот так, подождать. Хер, не показывается, сила. Ну, в Elden Ring было все на... вот четко написано, ну, как понимаешь. Шо увеличиваешь, шо это самое. Тут ни хера нету. Ну, как так? О, штаны появились. Хуже. Одёга. Ну, естественно, хуже. Шлем. Шлем тоже. Опа, на. Меч. Да. Конечно. О, щит. Физически на 30. Тут на 42. А, блокирует. А, вот что я получаю урон. Понятно. Потому что щит блокирует всего на 40%. Понятно. Это только одни, да? А сколько у меня штук? Расходы. Два. И шо? А штук сколько? Физическое урон. Или я дурак, или лыжи нет. Расходы. Два. Два штуки осталось или шо? Где инвентарь? Где твою мать? Как все запутано, честно, руками. Как все запутано. Ну что, что это? Расходы. Два. Ну два штуки, значит, я так понимаю, да? Ну, наверное, два штуки осталось. Ладно. Побережем, хрен с ним. Так, куда мне? Сюда. Это что? Дырка какая-то. Ничего нема. Да, ничего нету. Пошли дальше. Это что? Что там? Ой, блядь, ебать, какой здоровый. Хрена себе. Слышь, он меня, наверное, втащит так, что он мне горит. О, этот самый есть. Выход. Ой. Бляха, это капец. Что делать? Он сюда идет. А он с этим, да? С каким-то голубым огоньком. Наверное, этот дух захватил дух его. Где этот? Нельзя тут присесть. Блять. Пизда. Откуда ты взялась, сука? Ты заебала. Говно, ты посмотри на нее, да? Вот, сука. Бля, не то. Ты что, не достал? Бляха, не достал, ты прикинь. Что делать, я не пойму, а? Твою мать. Ой. Ага, все, годится. Да нахер. Короче, мне тут лучше увернуться. Либо спарировать. Так как другого вообще нет. Но она при этом немножко восстанавливает. Что тут засада какая-то? Что за херня стоит? Ах ты, ля, и он не выделяется. Ух ты, сука. Ах ты, сука. Еба. Так мне повезло. Ой, хорош. Ой, отлично. Ой, великолепно. Что там? Тут опять полетел этот самый.
Так, подожди, тут же, ну, это самое, ну, как бы интересно же, да? Так, вот это у нас восстанавливает выносливость, да? Давайте обниму. Ох, нихуя себе, не восстанавливает, но увеличивает выносливость. Здорово, мужик! Ебать, ты чё такой здоровый? Оу, ты чё? Тихонько, это ж... Ебать, что это такое? Охуя себе. Нихуя себе. Ж я так не играю, ну тебя в пизду. А у меня два, да? Этот самый арбалета. Я думаю, сейчас. Ну, это выбирание, конечно, арбалетов. Вообще не очень. Ну! Ой, хорош, 125. А ты сюда не залезешь? Все, выносливость пропала у меня, да? А ты куда пошел? Бляха, я промахнулся! Сука! А, еще есть. И вот хер поймешь, сколько там? Три? Три штуки или что это такое? Фу ты, блядь. Сколько их? Написано три. Мы что, не кончаем или что? На нахер. А еще есть? Что это тройка? Непонятно, ну ладно. Бляха. А, все, да? Да выебывались. Так, а, подожди, вот это... Ага, вот оно. Внизу под выносливостью что-то упало. То бишь, нету. А, вот это, да? Оно использовать. Оно ж... Нет, подожди, не оно. Вот это я использовал, да. Использовать. Вот оно, вот оно. Ага. Ага. Есть такое дело. Бля. Не, ну этого то. Этого не, этого тока так. Ты шо? На нахер. На нахер. Оу! Тихонько, блин. Уж ты вообще именно этот самый. На-на. Ух! Так, все, да? Закончились у меня боеприпасы. Ладно. Теперь что мы делаем? Что мы делаем? Это есть, это есть. Сейчас попробуем. Не так. Один. Вот так. Попробуем сделать вот так. Ох ты, сука. Давай, 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 давай. Пизди, пизди. Тихонько, тихонько. Тихонько, выпили, годится, тихонько. Ты ебанутый, блядь, нахуй ты прыгаешь на него, блядь. Сука, ебанько, нахера она прыгнула на него, объясните мне, пожалуйста. Шо, нихуя не дали, нахуй она. Блядь, вот тут шо за управление тупорылое. Извиняюсь за мату, я в ахере. Так, подожди, а что у нас здесь? А мне вообще сюда надо? Они рано ли? А, тут есть выход, все понятно. Хер простыш, блять, куда идти? Сука. Бля. Сука, говно. Где ты там есть, чучело? Вот что. Сука, два этих самых, что перекатиться. Ну это, блядь. Ой! Это только тут так можно, блядь. Череп, нахуй нужен же череп. Череп. Блядь, ебать. Ой, блядь. Ну это пипец, просто вот. Где-то здесь был этот самый.
А где? Тут же было восстановление. И как это понимать? О, начинаются галюны. Так, подожди, тут я подрался. Понятно. Ага, о, берем. И вот уходим. Так он поломал... О, руки висят. Он поломался. Ага. Так, а ну-ка, секундочку. Что у нас там в инвентаре? Череп-череп, понятно. А, все, да, больше ничего нема. О. Сила атаки увеличена, огонь. Вес, огонь, истощение, инвентарь. А, Инферно. Требуется Инферно 13. Инферно. А где мой вообще персонаж, в принципе, посмотреть? А, вот она. Инферно 8. Бля, какая разница. Ну, ладно. Ладно. Так, получается, та ерунда ломается, когда мы помираем. Правильно, я так понял. А ну-ка, давай-ка сейчас посмотрим. И раз, и хуй. Ебать, хуй два. Рана-то, ёпта, мать. А куда летают? А чё они летают вокруг? Шо это? Вокруг меня летают. Оп, чувак. Короче, С нажимаешь, идешь. Ну, просто нажал. Что-то там мощное. Ц просто нажал и идешь. Сильно ослабляющего врага, понял? Сильно ослабляющего. Тяжелый удар, парирование или удар. Ну, так а что, послабить его, миш, надо его... Так, подожди. Ц нажать не забыть. И что мне? Парирование. Его... Тяжелая атака. Выполнить тяжелую атаку. Выполнил. Теперь атаку, да и ебалась, она справилась. Будет просто проще так. О, 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 что ты там? Что это? Ага, ягоды. Мне бы мешочек с боеприпасами, я бы вообще не отказался бы. Что тут? Есть кто-то? Никого? Ага, вот там есть. Опа, 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 опа. У меня осталась одна и та самая, получается. Улучшение. Так, что у нас? Сила. Физическая атака 7. Оружие дальнего боя. Ага, ну это понятно. Так, стоимость брони 31 повышается, да? Ловкость. Вот это убрать. Ловкость. А, ну да, сила, конечно, получше, ничего не скажешь. Но, в принципе, ловкости у меня нормально, пока месть. Давай, наверное, силу возьмем. Чтоб ляпать посильнее. Так, у меня один... Угу, это и 500, да? Один и 500. А у нас сколько осталось? Черепов. Два, да? Я же еще нашел. А, по 400, да? Ну ладно, хорошо, договорились. 1200, правильно? 800, да, 1200. И еще 200, это по 400. Ага, ладно. И у нас еще есть 500, да? А сколько нам надо? 200. Ну, отлично, хватает. Где она делась? А использовать можно? Использовать несколько. Сразу выбор, да, применить. И это где еще инвентарь? Сколько у нас там? 1700, да? Бля, всегда придется. Ну ладно. Ну ладно. И надо кого-то еще пиздануть. Нам же ж на 73, да? Да, 273. 30-37, то есть. Так, надо кого-то сейчас ляпнуть. Сейчас. Не это самое, не сдохнуть бы, конечно. Так, тут у нас...
Один? А, не, он ходит еще. Жалко, тут нельзя присесть, как... А в Элдоминах можно было, я уже не помню. Блин, вот это... Наверное, походу, ТЦ надо на Аль переключить. Что-то я путаюсь. Управление, клавиатура. С, ходьба на Альт. Все, отлично. О, шикарно. Ой, прекрасно. Ой, блять, услышал. Ух ты, какой грозный, сука. Я бы тебя втащил бы, если бы мог бы. А. Ой, не то, блядь, не то. Или оно не сработало на него, не понял ничего. Тихонько, оно не срабатывает. Ну-ка, подзатыльник, отдать бы тебе чутка. Бля, какой ты грозный, ебай, у нас все сразу. Усю, да? Мое. Хватает? О, это хватает, ёпта. С головой причем. Так, наверное, жизнь, да? Чуть-чуть бы не помешало бы. Чё ты? Пум. Все, 196, можно, короче, это самое, помирать. Ничего страшного это. О, у меня восстановились эти самые. А, уровень восстановился, получается. И боеприпасы восстановились. Бабка! Дайте пизданую. Все. Ну и... А вот еще. А, о. Сюда. Не понял, а что оно... Что-то рычит. Кольцо. Увеличено максимальное выносливость и скорость восстановления. Ууу, прекрасно. А я одел? Ага. Да не знаю, наверное, пока не буду ничего ставить. Вот тут же что-то репит. А может где-то глаз есть? Ой, не то. Вот это приключение, конечно. В Elden Ring было бы попроще. А, нет, у меня в Elden Ring вообще было на клавиатуре. Стрелочки. Не хрусти. А, может тут где-то есть этот самый, дверь открытая? Ой, этот самый глаз. А никогда ничего не сделается. А что, ну это колокол, он замерз. Колокол замерз, надо разморозить. Как это сделать? О, чувак. Здоров. Тянется, идет. А у меня нету больше восстановления на этот самый. Ну, выхода с Умбреллы, че откуда там. У Марты, блин. И что делать? Если я, в принципе, сейчас возьму, да? Может лучше сохраниться, отдохнуть, чтобы восстановился ХПшка. Но я больше не находил нигде. Да. Сейчас, наверное, отдохну. Я ж везде все там, да? А ну подожди, нет, там еще что-то внизу, наверное, есть. Не зря что-то пойдет, идет, да, дорога? Босс? Это речка, что ли? Тут не, нельзя. Не, ничего нельзя. Ага, ага, понятно. Там он дорожка. Понятно, тут вода. Плавать он, я так думаю, не умеет. Не, ладно, не будем пробовать. Короче, понятно. Пойдем сейчас, получается, беги давай. Сейчас перейдем в этот мир. Сейчас сначала отдохнем. Пусть она сохранится. Так же нельзя сохранять, да? Выйти только есть. Угу, понятно. Отдохнуть.
Сейчас отдохнет, восстановится, получается, все эти самые кресты на ХП. Да, и восстановится выносливость. Да, не выносливость, боеприпасы. Да что тут запутался? Вот это мне интересно, колокол. У меня что-то есть там с горением, да? Подожди, где она, инвентарь? Вот это, а это сопротивление, защита, да. А что там, что там, что там такое? Что это такое было? Ля, креветка какая-то. Остаток умбрального стигмы, которая все еще дергается. Может быть использована для обмена с молху. Это получается какой-то будет торговец, да, я так понимаю? Бывший темный красноусец. А, понятно, дневники всякие. А, карта, заметки, я понял. А это будет получаться торговец. Ему придется, ну, давать надо, да, что-то? А что это такое? Рыжки, которые используются для совершения сан-вин. А ее можно? А, вот они, вот эти вот два штуки. А эту реликвию можно как-то, ну, поместить куда-то? Это ничего не дает, да? Только выбросить. Выбросить, уничтожить. Ладно, короче, с этим я понял. Ничего мы не сделаем. Так, все, переходим. Бля, мне показалось, что уже появился кто-то. Вот этим, да? Хуй там, не этим. А я не разобьюсь? Ненормально. И что тут, вот ничего нема. И толком из этого было. А, вот сюда. Ну давай, ёпты. А, это я вообще в другой стороне появился. А. Ты, ёпты, не пугай. Чуть не обсерился. А он вверх есть под ним. О! Хлопцы. Блять, бляха. 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 Да откуда? Блядь, я посмотри. Я, конечно, за. Да ты посмотри, сколько их. Нифига себе. А вот это как? Это что-то? То есть забирается как-то? Да типись от него. Да. Вот, ай, чтоб тебе. Вот так вот, да? Ляп, забрали. А что дало? Глаз какой-то. Подожди, подожди. Я себе набор ударов. Я не попадал под него никогда. Ну как-то оно не то самое. А, тут не вылезет. А вот это шо? Это шо напишет? Давай, залетай. Подождите. Тут если я упаду, я не выйду. Ага, все, я понял, это та дорога. Мне туда не надо, мне вниз. Бля, как же оно все. Пробелом бегаешь, шифтом переклоняйся, ёпта. И шо, и нахера оно мне? Просто чтоб. Ага, понятно. Эти умбральные останки мне даются отсюда. Все, я вас понял. Короче, мне нужно искать воспоминания, чтобы получать эти умбральные останки. Потом они вскоре поменяются, ну, кому-то отдадутся, я так понимаю, да? Так, а тут-то есть чувак, я знаю. Уи-у-у, здорово. Бляха, не один, сука. Я тебя ляпну. Блядь, ух ты, у меня половина этого набралось.
Типа я тут. Мне надо, короче, валить побыстрее отсюда. О, здрасте. Бляха, тут же этот. Да ладно. Ого, уже заканчивается. Надо завер... Все, короче, пробегаем. Ничего не знаю, отъебись. У меня время надо закончить. Еще ехать к стоматологу, ёпты. Ой, ебать вас тут дохуя. Это забрали, побежали дальше, нахер. Ой, блядь. Ну ладно, пропустим, хер с ним. Блин, и тут пропустим, да? Бляха, и тут пропустим или что? А куда идти? А чпы... А, вон лестница, лестница. Подожди, два, сюда. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас там придут, сука, нежить. Ого! Ого! Быстрее давай. Нихера себе у вас там. Разве... Бля... О-о-о-о. Блядь, надо было 7 ударом. Сука. Все, годится, уходим отсюда. С умбрелла этого. А, так она в любом случае перемещается и все. Риадерчи, аляулю. Слабая огненная соль. А если тебя ёбну, слышишь? Блин, я думал, ты сдохнешь. Тебя придавит. Я думал, тебя придавит, и ты сдохнешь. Оу, 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 оу. Тихонько. Еба. Жизни! Еще не жизни, а выносливости не хватает, сука. Иди ты в пизду, бля. Моё. Ишь ты. Говно. Бляха. Понастраивает эту углов, сука, хуй кого попадешь. Так. Что здесь? Я там был. Там мне интересно. Священный оберег. Короче, оберег. Оберег. Оберег же можно одевать, да? Хер там. Давай на эту руку. Инвентарь. Ага, обереги. Короче, это идет типа как не усиление. А... Блин, как это назвать? Забыл, как называется. Короче, увеличивает защиту. Понятно. Я думал, оберег. Ну ладно. Нагрузка средняя, окей. Ого, сука, всего нихера сегодня. Это что, босс? Шо, драться с ним надо? А это тупо вылезти. И все, тют. Ну и чё? Упасть нельзя, ничего не это сам. Что за бред? Ладно, давай, подходи. А, тьфу ты, там мужик с этим. А что лампа мигает? Подожди. Что, ничего не было? You carry the lamp long enough, and you'll see history repeat. Over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself, should you fall, make use of this. Лампа выбирается цветок. Стой оно. А, вот что она такая. Понятно. Короче, это перемещение обратно, держаешь. Угу. Если сдохнешь, да? Типа не бежать, бог знает куда. А типа можно переместиться сюда. Взаимодействовать. Сёп твою медь. А у меня 1200. А ну-ка отдохнуть. Я все равно туда идти не буду, правильно, больше? Нафига мне туда идти? Я же там уже прошел. Это ж, ну, типа как сохранение, да? Ну, типа того. Ладно. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего, всем пока. Не болейте. Это самое главное.
Все, всем удачи. We'll be right back.